классный, правда? Это электромопед от компании Segway Ninebot. Marvel Distribution открыла первый официальный шоурум-магазин в Афимолле в Москве. Это действительно событие. Все знают, что такое Segway, но никто толком не знал, как это может выглядеть на самом деле. Это очень красивое место. Мы создавали его в течение полугода. Самокаты, мопеды, гоу-карты, сегвеи и классные аксессуары. Все это доступно здесь. Вы можете прийти и попробовать. Открылись мы в правильном месте. Афимолл – это амбиции, это инновации, это стремление в будущее. И это очень совпадает с имиджем сегвея в мире электронных гаджетов. Russia market is very important for Segway Ninebot. To open up a Segway brand shop in Russia is of great significance, and it's a new step to implement our region's sales and brand strategy. Thanks very much. I'm so happy to see this day happen. Это магазин, в который люди будут целенаправленно приезжать для того, чтобы выбрать себе электротранспорт. Можно пожелать этому магазину успехов, хороших продаж. Удачи ребятам!